В жару в небольшом сквере на Панфиловцев теперь всегда людно. Это благодаря фонтану. Тестовые его запускали еще прошлой осенью. С начала лета он работает практически каждый день. Не включают, только в дождь. Но, к удивлению, вышло не все общее счастье, как можно было бы подумать, а потоп. Скоро здесь лягушки. Наверное, перед вашим приездом только убежали. Заквакают. А на той стороне детская площадка сделана. Там вообще ребятишки не гуляют, потому что там полностью вон даже вода стоит. За ночь не высохла. Как долго вода стоит уже? О, с той недели... стороны дня 4. Да. А здесь недели 2 уже стоит. Дети индустриального района могут почувствовать себя героями библейских мифов. К детской площадке пройти можно только по воде. Буквально. Виной тому красивый пешеходный фонтан. В округе его все любят. Вода из-под земли выбивается, но обратно почему-то не уходит. К аттракционам не подступиться, но детей и их родителей это не особо беспокоит. Мы специально приходим сюда покупаться, чтобы дети побрызгались. Из-за воды приходим сюда. Сейчас, конечно, очень хорошо, очень красиво. Конечно, смущает вот лужи, которая получается около фонтана, потому что ни на площадке не поиграть. То есть вот какой-нибудь вокруг фонтана слив, да, что-нибудь подобное. Когда мы утром приехали к фонтану, там работали наладчики, чистили форсунки. Из-за чего они не работают, как должны? Блин, ну честно сказать, как я не могу. Я не техник в этом. Дети активно здесь играют, пережимают форсунки. Соответственно, вода остается вне чаши фонтана. Плюс ветровые есть нагрузки, которые тоже струи воды фонтана относят за его пределы чаши. Необходимо немного доработать, а по сути просто установить лотки по периметру чаши фонтана. По словам специалистов мэрии, проблема была в проекте. Из-за его несовершенства система работает неправильно, вода не уходит. Дополнительную чашу начнут устанавливать уже на следующей неделе, обещают закончить за 14 дней. Все это время фонтан работать не будет. Кстати, чтобы не приходилось больше гулять по воде, потратят еще около 100 000 рублей. Дарья Демиллер, Илья Халяпин, День с толком.